В этом традиционном мероприятии, которое проходит минимум 3 раза за летний период, целый час ребята и волонтеры молодежного центра играли, развлекались и веселились. Те, кто еще не уехал на дачу, те, кто не ушел купаться, те, кто скучали в городе, и они теперь с нами, естественно, развлекаются, веселятся. Мы теперь вместе, мы команда, и целый час мы вместе, дружно, всей команды разделены, правда, на 2 части. В основном состоит программа из эстафет. Сражаемся, боремся друг с другом, и каждый раз побеждает только дружба. У нас дети все одного возраста. То есть ребенок, значит, ребенок. Надо любого ребенка развлекать. В программу входили спортивно-развлекательные эстафеты, игры на ловкость и внимание, смекалку и находчивость. Дети с удовольствием принимали участие в конкурсе рисунков на асфальте. Рисовали все прелести лета – море, солнце, цветы, мир и дружбу. Ребята получили много положительных эмоций и незабываемые впечатления. Повсюду царили детский смех и радость. Мне очень нравится, что здесь весело, энергию даешь. Мне нравится этот праздник, потому что он веселый, детский. Из-за музыки нравится, музыка красивая. Завершился праздник раздачей сладких подарков.